На 13 мая зарегистрировано 111 укушенных, в том числе 25% детей. Из всех только привито 22%. Это очень такой настораживающий результат, и я прошу обратить на него внимание. Напоминаю, что для укушенных, для всех укушенных в круглосуточном режиме в травмпункте первой городской больницы открыт кабинет серопрофилактики, но противоклещевой иммуноглобулин будет ставиться только непривитым лицам и либо тем, у кого получен положительный результат исследования клеща. То есть если в прошлом, позапрошлых годах мы иммуноглобулин ставили всем обратившимся укушенным, то сейчас только будут охвачены две категории граждан. Прием клещей ведется по Вайнера 4, кабинет 216, в ежедневном режиме с 8 до 16. Специфическая профилактика. Был утвержден план профилактических прививок по каждому лечебно-профилактическому учреждению. И если грипп мы, например, прививаем только в определенный период, с сентября по ноябрь, то вакцинацию против клещевого энцефалита мы проводим в течение всего года. И во всех прививочных кабинетах лечебных учреждений имеется на сегодня вакцина как импортного, так и отечественного производства. Я приглашаю всех желающих.